Тем временем в пятницу, 27 мая, 11-классники начнут сдавать единые госэкзамены. По этому случаю в областной прокуратуре сегодня открыли горячую линию. Правоохранители в режиме реального времени будут принимать обращения выпускников и их родителей по поводу возможных нарушений при проведении ЕГЭ. Номера телефонов, по которым можно оставить свои жалобы, указаны на экране.